Эти милые четвероногие существа могут стать настоящими преданными друзьями и частью нашей семьи. Поэтому уход за домашним питомцем составляет важную часть в жизни каждого хозяина. Но современный ритм жизни отнимает много времени и сил, поэтому не всегда удается уделять должное внимание своему питомцу. За рубежом набирают популярность различные приложения, помогающие с уходом и выгулом. Они значительно упрощают жизнь владельцам собак, приносят множество идей для игр и хорошего настроения. Однако эти приложения не ориентированы на Россию. Но студенты Казанского федерального университета создали уникальное приложение для владельцев собак, у которого нет конкурентов в стране. Приложение Доггер найдет новые площадки для выгула, парки, ветклиники и зоомагазины, поможет узнать о дог-френдли местах. Например, это кафе и магазины, куда можно отправиться с домашним животным. А также поможет организовать совместные прогулки и многое другое. Разработчиками являются студенты Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. Идею для этого приложения придумала я. Это было, когда у нас на паре наш преподаватель дал нам задание, то, что мы должны где-то минут за 15 придумать бизнес-идею. Я уже занималась бэк-частью. В основном реализовывала именно совместные прогулки, их добавление, присоединение к ним и так далее. Вот, а дальше планируем реализовать карту уже как наш основной функционал. 16-18 мая в технопарке в сфере технологий IT-парк прошел отбор в бизнес-инкубатор, который помогает перспективным IT-предпринимателям реализовывать свои проекты. По итогам отбора команда студентов стала резидентом бизнес-инкубатора и теперь может рассчитывать на поддержку экспертов IT-рынка в течение одного года. По предметным вел Салават Галиев, респект ему, мы его очень ценим и сильно благодарны ему, да, потому что именно он был идеологом того, чтобы мы подали нашу презентацию, нашу работу в IT-парк. Сейчас для них главная цель — это быстро допилить и улучшить свой продукт. У них уже есть MVP, это минимально жизнеспособный продукт. Теперь его надо быстро улучшать и уже общаться непосредственно с потенциальными клиентами. В скором времени приложение Доггер будет доступно для скачивания на платформе Play Market. В будущем планируется выпуск версий для iOS. Когда мы только придумывали, что как это будет, мы решили, что наше приложение в базовой версии будет идти только на Android, потому что в силу наших возможностей и способностей на данный момент мы можем реализовать его очень хорошо на Android-платформе. Но, возможно, в будущем с ростом популярности, возможностей, возможно, с помощью инвестиций, мы сможем также и расширить это приложение и выпустить также его на iOS, потому что, как мы все знаем, iOS-рынок растет, и в нем тоже будет как бы надобность. Диана Желенкова, Универньюз.